Встречайте продолжение честного YouTube-шоу «Bittrex24 спрашивает» с новым экспертом Филиппом Гузенюком. Известный бизнес-тренер, руководитель исследовательского проекта «Развитие лидеров российского бизнеса», автор программы «Счастье в деятельности», ответит на самые сложные вопросы бизнесменов. Что я должна как руководитель делать с людьми, в которых я вижу лидерский потенциал? Я верю, что лидер – это тот, кто продает сильным людям большое будущее. Он говорит, я не на капитанском мостике этого лайнера, в кителе, значит, и в пилот. Я, говорит, в машинном отделении, у меня перемазан вот так вот мазутом весь, и вот это моя жизнь. Узнал себя в этой фразе. Действительно, есть такие мысли, что, блин, я бы мог сейчас поработать, блин, я бы мог сейчас что-то там поделать. А вот это вот зажигание, оно вообще может родиться в человеке-администраторе? Новая серия каждый вторник на канале 1С Bittrex для бизнеса. Смотрите прямо сейчас.